То первый танчит БДК, 3 стака, потом Войд забираешь, 3 стака, потом Эрос. Медведи, если не первый танчит, они потом Макрофик наберут. Хорошо, пусть Войд первый танчит, 3 стака, потом Айс Фриз, потом Террас. Лапу бафнуть. Дайте лапу. Сколько так, все готовы. Айс Фриза снимать на двух или на трех? Не знаю, сколько. На трех. Когда снимешь, сразу, ну, можешь первую не прожиматься, у тебя там прокнет этот ревностник, а под вторую обязательно прожмись. Срезку. На Войда первый на пул. Потом правого червя танчит БДК с протопалом, а левого Войд. Хорошо. И рост сейчас на первом боссе, а вот на этом. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Давай, рост. Сейчас будет третий на войде. Лаймон, ты стоишь во мне. Да у меня FPS вообще упал, я не могу вообще двигаться. Нормально, с одной лужи на другую перебежал. Захилите суслятинку. Под третий стак дашь ему каплю. О, не будет его. Можешь бупом снять войда стаки. Войд ты левого. Войд побежал. А, Айс Фриз справа. Играем по правому. Сейчас еще рано. Забирай сейчас смерт. И беги парейдит. Каба, блю, стах, блю. Быстрее, еще никто не умер. И беги парейдит. Алариан. Лариан, хипки. Пизда, паралич. Главное, чтобы он не уже стоял. Сейчас на Вайда тоже кинется паралич. Захипки Вайда. Забери, Тарас. Лена, давай гимн ману. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои. Че, серьезно, вы 4 хилайтом? 4. Ну, прощаюсь. Он кидает дыхание и через секунду откидывает. Да. Thank you.
кинул быстрое восстановление на, как всегда, сука, и сам умер, бля. Ты не знаешь первую заповедь хила? Себя хилить? Остальные похуй, да. Да, интересно. Сейчас великий чернокнижник Вилфред Непопамс. Магдайтство. Готовьтесь к бою. Спасибо. Да не мне дали, спасибо. У меня с этим ЕПГП вот только что упал, короче, с ФПС до 4. Я ж сказал. А, блять, я на Тетрисе играл с ЕПГП 20 ФПС. Дайте, пожалуйста, пристабав и инту. И Дживса, можно кто-то поставить Дживса? Или есть у кого-то коня быстро выйти? Вилфредом Непопамсом, мастером призыва, ты покорен мне, демон. Тут Элем, помогай испалить стаки. Тебя погубит твоя самоуверенность. Тут я главный. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джараксус, эридарский повелитель пылающего легиона! Бля, Лек, ты заебал. Че? Портал, быстренько сыграемся. Пчелочку захиливать. Лайки. Мелисунели захиливаю. Твой пис, беги. Про портал. Надо будет быстро его слить. Альфари захиливайте. Не быстрее. Быстрее там 3 секунды. Давайте по инфернолу. Продиспелить или Джараксуса. По вулкану прожми сакру, чешки отдать. Блю стак лебеди. Давайте массу сыграть. Говори просто дейф и все. Не надо так долго. Ладно, просто массу, чтобы сдохли этот инфернал, они сейчас опять начнут массу прибить. Отлично. Это точно ВК 4, это очень просто. Блю стах и захиливайте. Так и спел. Гибель Вилфреда Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. А, я же Рэл. Я думаю, чувак не поставит лут. Я тоже думаю, чувак не поставит.
настоящем бою вы... Понятно, сейчас я ему вытеру там. Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Зачем? Вы хотели запятнать честь Альянса. Сразу что? Не знаю, там же ПГП и шмотки. Ребята, есть у кого-то Дживс? Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было... Так, уходит в танка. Все правильно. Так, Шама у нас Энг. Нуар. Нужен четвертый танк. Успехницу. Нуар. Басик или что? У меня есть вар. Пикнись, пожалуйста, против вар. Пал там ретрикс. Так, Террис, поддерживаешь ДК? Кто там воит? Воит вара, суслятинка, шамана. Кого там еще надо? Пал? Кого я? Да, ретрика надо. Ретрика поддерживает Рамзес. Вот мы все сыграем пороги. Это не хп по ретрике. Первого рогу звездочка, потом давайте приста, кружок. Это не прист, это лок, маг. Почему не лока первого, как обычно? Я не знаю, я знаю, что надо играть по ДДшкам вначале. Лока надо, он уешит в мире зоне под себя. Окей, okay, давай рога, потом лог, потом хант. Ловит, берет. Ты не понял, что надо лока, потом рогу, потом ханта. Там рога, по-моему, куда опаснее. И хант. Экран не опаснее, если его нормально держать. Кого вы держит? Короче, играем рога, лог, хант. Вот так. Террас, ты держишь ДК. Не, я понял, Войд кого держит, вон он спамит в чат. Войд, значит, вар держит паладина, Войд, по-моему, шамана. Вроде бы вара. Не помню, что я ему говорил держать, честно. Вроде бы вара говорил ему. А холипал все-таки, я ошибся. Холипал? Короче, рогу подержи. Свободный танк, подержи рогу и все. Главное, держите Энх, ДКшку и это, Вара. Играем пороги. Олег же нет, втроем хилить. Да, Олег вылетел. Олег зашел. Дизармори. Олег готов? Да. Все, погнали. Беги, малышка, беги! Мазди спал. Рост с них со всех. Я тебе ДК-ку не заберу, какого хера вы чаржем влетели? Я еще не добежал, вы уже там были. Так, теперь играем по локу. По кружочку. Где там танчик? Прожми. Надо подождать. Хармет. На ханта. Давайте ханта.
Фонтан мага, кружок. Да, бейте сначала. Нужно подойти поближе. Не достаю. Последние два месяца наблюдаю боссов отражение. Что такое отражение? Раньше не было. Беги, малышка, беги! Всегда был. Что это такое? Потому что я его впервые вижу. Что такое отражение? Да. Отражает удар. Интересный вопрос. Чего оно зависит? Уже. Да нет, это не то. Это вообще ты не то линкуешь. Ну на офе есть избегание, там какое-то еще что-то. Угу. Сражает только молот праведника, больше ничего. Ты как специально ко мне подходишь, чтобы он пошел тебя убить, да? Угу. Давайте шамана и ДК тоже греет. Вместе их забьем. Смотри, как он тебя поймал, а? Еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости. Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Правда, да? Ждет битва с королем Личом. Кто? Ты у Варда? А, да. У нас три пары ботинок упало. Охренеть. Кто? Да, абсолютно. Я запустил. Так, есть фриз правого, правую, воинбисты и террас левую. Возьмите белую сферу, остальные черные. Пусть состязания начнутся!
там локу забафите. Точняк тут? Да, готов. Лок, все, вы топ. Лапу дайте по локу. Кто танки начинаете? Во имя темного повелителя. Там каску еще ДК просит. Дальше. Это же сова была? Угу. Ничего страшного. Берем белого, убираем по левой. Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я покажу тебе заслуженный свет. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Да, из фриз на боссе. Уходит и террас на трэше. Бахните каску. Ваня? Да. Лайман? Лайман? Готов. Ну, начинай. Плетенько. Трэш надо будет залить. Массу туда сыграть под боссом. Приклеивать.
людей крэш. Играйте сейчас по боссу. Я ж потом побьем. Разбьем трэш. За Альфари. Можете дать гем на ману поставить, а там. Сейчас выходит трэш, его под босса заливаем и переводим. Захиливай тех, на ком метка. Фаершама, волны, по танку. По танки держите в стороне. А Войт, ты лучше подведи к протопалу, потому что у тебя нечем косты будет забивать. Эти гимны хп. Нормально. Прожмите черку кто-то. Вставай на тебе, Сэзм. Рока, можешь кошем это скидывать. Эти сакры, если остались. Давай. Так, ручешки прожмите. Точняка я закрыл. Да уж. Сильвана. И уже. Знаете, что я заметил? У вас поздравляю. Всегда падает с этими соступными у кастера. О, тринк упал. Да, всегда в паре со ступнями. Кстати, хорошая ступня на начало. Лучше твоих текущих. Кто мне с критом там скрестает? Сколько у тебя хосты сейчас? У тебя там хосты, наверное, 500. 850. Да, ну это же вообще понятно. Олег, ты тут? Олег? Нет, его ВРК. Зачем? Зачем ты ему выдал?